Катя, такая нехорошая жеребьевка, да, для нас. Вам пришлось с Юлей встретиться на столь ранней стадии. Как прошел бой? Бой прошел достаточно обыкновенно, потому что мы друг друга очень хорошо знаем. Приходится фехтовать вместе на тренировках. Поэтому, ну, конечно, нервничали и она, и я. Это безусловно. Я думаю, что сегодня удача была на стороне Юли. Потому что хочу повториться, что мы очень хорошо друг друга знаем, и мы прекрасно знали, что мы должны делать, каким способом мы могли выиграть я ее, она меня. И сегодня повезло больше ей, и я надеюсь, что дальше ей тоже повезет. Но это обычная практика, когда ты не в 16, ты должен завоевать право борьбы на следующий день. Вот. Так как я в 16, я не фехтовала предварительный тур, и в этом году на всех соревнованиях то же самое было. Поэтому я была готова, я была уже в тонусе с самого начала. Мне тоже очень жаль, если честно, что пришлось встретиться со своим сокомандником. Но, наверное, в данный момент должно происходить именно то, что происходит. Как теперь твоя мотивация на командные соревнования? Командные соревнования – это абсолютно другие соревнования. Она мне остается, безусловно, очень высокой. И, если честно, у меня и сегодня была очень большая мотивация выиграть. Я очень хотела, честно. И на команду я сэкономила силы, в отличие от других девчонок. И я надеюсь, что я смогу там составить большую конкуренцию. Сбор проходил, как обычно, в стандартном режиме. По две тренировки в день. И, не знаю, все было здорово. Я чувствовала сегодня, что я в форме, я готова. Да, я хочу сказать, что этот сезон у меня был очень нервическим, так скажем, и, если честно, не очень хорошим, не очень удачным. Я два раза была в восьмерке и один раз поучаствовала в финале «Московской сабли», чему была безгранично рада. А так весь сезон, не знаю, мы анализировали, пока надо как-то в масштабе, наверное, посмотреть. Не брать какие-то отдельные соревнования, а уже сейчас вот после окончания личного сезона просмотреть его целиком, что именно не получилось, почему я была не столь уверена на всех соревнованиях. Будем делать работу над ошибками. Надеюсь, что она поможет в будущем.